Здравствуйте, дорогие. Несколько слов по поводу праздника. Пригласительные билеты в этот раз никто из работников администрации, из депутатов городской думы не получит, потому что никто из нас не строил бан. В первую очередь не раздаются тем, кто работал с 74-го, 75-го, 76-го, 77-го и, возможно, достанется тем, кто работал с 79-го года и остался здесь на БАМе. То есть исключительно этим людям. Смысл пригласительных – это сидячие места. Все остальные, около 15 тысяч человек, в том числе и мы с вами, и Дума, и администрация, будем смотреть стоя. Собственно, возраст и состояние здоровья позволяет. Что касается новшества про ограждение, не нужно критически воспринимать эту тему, потому что все это сделано с целью прежде всего вашей безопасности. 15 тысяч человек на площади у нас никогда не собиралось. В свете изменившегося действующего законодательства должно быть ограждение. Поэтому сотрудники полиции пусть вас тоже не пугают. Желаю всем радостного праздника!